нас было протокольное поручение касательно провести комиссионное обследование совместно с управлением торговли по улице Дерибасовской, по улице Екатерининской, до Екатерининской площади. На предмет изучения существующего состояния покрытия тротуара для определения проблемных мест и в том числе для определения и предложения типа покрытия, которое в дальнейшем будет на этих улицах размещено. Собственно, была проведена аналитика и наиболее, скажем, подходящим вариантом с точки зрения и практичной стороны, с точки зрения эстетичной стороны, учитывая, что это наши центральные улицы, в центральном ареале историческом города. То есть был, конечно, выбран вариант гранита, который мы видим на территории городского сада, на прилегающей стороне Дерибасовской, тоже городского сада.